Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Пора срочно продавать акции. Все, которые есть. Потому что они падают, и конца этому обвалу нет и не будет. Потому что начинается кризис. Кризис будет глобальный. Он будет всеобъемлющий и поглотит все. Все в мире остановится. Коронавирус свирепствует. Он... забирает все больше и больше людей, все больше и больше стран заражаются вирусом, все больше и больше людей инфицированных, все больше и больше смертей. Поэтому производство останавливается, поезда останавливаются, путешествовать никто не хочет и не будет, никто ничего не будет. И в мире воцарился страх. Страх, я его чувствую прямо, вот он вот, он осязаем. Вы чувствуете его? Напишите, пожалуйста, чувствуете вы страх или нет? Потому что это страшно. Я прямо вот чувствую, мне люди пишут, что делать, модельный портфель упал на 9%. Страшно, потому что он упадет еще больше. Конечно, он упадет еще больше. Конечно, все индексы обвалятся. Конечно, все встанет. Конечно, люди остановятся. Все, полный провал. Еще один момент. Смотрите, я читаю сообщения. Вообще, вот, читаю сообщения, это нечто. Италия заболела коронавирусом. Самое большое число заболеваний в Европе. Не в Китае в каком-то. Вот она, Италия. Флоренция, в которой я был. Вирус. Там буквально прохожих вот это самое сканируют на улицах. Я не говорю про Китай. Австрия, вирус, где там еще? Германия, по-моему, есть вирус. Всюду есть вирус. Спасения нет. Еще одно сообщение, которое я прочитал, очень тревожное, буквально вчера. На Тинькова в Америке завели дело о невыплате налогов. А у меня карта Тиньков. И мне пишут, что делать, Юрий? Бежать из этого банка немедленно, конечно. И есть сообщение о том, что депозитарные расписки банка Тинькофф грохнулись на 10%. Что делать? Во-первых. Во-вторых, давайте посмотрим вот этот вот страх, что с ним делать, что нам с ним делать, с этим страхом. Ребята, на этом страхе надо зарабатывать, надо делать деньги. Давайте посмотрим на индекс страха, который существует в мире. Посмотрите, вот он индекс страха, ВИКС. Посмотрите. Вот он пик индекса страха, 2018 год, когда индекс S&P 500 упал на 14%. Посмотрите, когда он был. Так, значит, 2015 год были максимумы, да? 2016, ну не доходил. Потом, значит, было все спокойно, 2018 индекс S&P грохнулся. Вот, но потом в 2019 где-то, это в начале 2018 он был на максимуме, потом, значит, тоже был, и это индекс страха в мире, это не только у нас, посмотрите, сейчас он на максимуме, это недельный график, давайте включим дневной график, вот он, посмотрите, он достиг пика вчера. И немножечко стал остывать. Посмотрите, какой момент прекрасный. Какой прекрасный момент для того, чтобы зарабатывать деньги.
не для того, чтобы сливать их, а для того, чтобы зарабатывать. Потому что в такие моменты большинство людей бросаются продавать акции, покупать доллары по 80 рублей за штуку, покупать золото, отказываются от всего, закрывают счета в банках, забирают их, потому что банк, не дай бог, мне пишут, что а если Федеральная служба судебных приставов российская заведет дело на Олега Тинькова и, значит, у банка отберут я вообще просто, во, ребята, класс, понимаете, самый момент купить депозитарные расписки банка Тиньков, самый момент покупать акции, потому что, друзья мои, если вы в панике, продавайте, потому что вот те люди, которые вот они вот, посмотрите, large traders — это крупные игроки, они готовы покупать у вас акции, потому что крупные игроки как раз и зарабатывают на индексе страха. Уже завтра, я думаю, что уже может быть упущен момент. Посмотрите, как упали акции Аэрофлота, как упал Тиньков. То есть он же восстановится однозначно. 10% за 2 недели. Такое редко бывает. Как быстро восстановится? Ну, как быстро? Я не знаю, как быстро. Может быть, он еще упадет на какое-то время. Может быть, страх еще поднимется. Я читаю внимательно сообщения. Но мне кажется, что потихонечку страх начинает опускаться. Поэтому самый момент для того, чтобы как раз покупать акции. И что говорит еще? Переходим к индексу S&P 500. Смотрим. Часовой график. Посмотрите. Объем торгов увеличился. И вот здесь вот колебания на этом объеме торгов. Почему? Потому что пытается пробить уровень 2900. И пошел отскок. Я думаю, что... Я надеюсь, я верю, что пошел некий отскок, что активизировались крупные покупатели, и что они начинают выкупать вот этот ваш страх. Друзья мои, если вы в страхе, продавайте. Я собираюсь покупать. Я собираюсь покупать. У меня уже денег нет, я уже в кредит влез, но я все равно куплю Аэрофлот, потому что, блин, когда я увидел, как он пикирующий, в прошлом видео показал, просто пикирующий самолет, ну, блин, его нельзя не купить на этих уровнях. У меня люди в комментариях пишут, Газпром надо покупать. Блин, Газпром у меня уже в портфеле, во, под завязку. Аэрофлот совсем маленький, я увеличу долю Аэрофлота, точно, совершенно. А, что там еще упало? Распадка? Рановато, я думаю. ГМК Норникель, он у меня, не знаю, в сомнениях. А вот давайте посмотрим на... То есть из акций я, ну, разве что Аэрофлот. У меня там уже, ну, особенно некуда идти. Американские акции посмотрю, там будет время. В понедельник до 17 часов, потому что в 17 часов открывается Нью-Йоркская биржа. Смотрим на нефть. А нефть еще не отскочила. То есть она первая начала падать, а по индексу S&P 500 уже пошел отскок, а по нефти нет. Ну, по нефти я вам скажу, ребята, по секрету, у меня очень здорово я заложился на рост, но все-таки есть еще вероятность, что... Да, посмотрите на объемы по нефти, посмотрите на объемы по нефти, да? Вы видите, какие они? То есть вчера... Идет мощный такой выкуп фьючерсов.
У меня все заложено, конечно же, на бешеный рост нефти. Но все-таки я немножечко подстраховался по дельта-хеджированию. Перед закрытием биржи я захеджировал немножечко эту позицию. То есть она у меня сейчас нейтральная, там у меня свободно в районе там, ну, больше 100 тысяч, и ПГО у меня там в районе там 60%. Ну, чтобы не вылететь на маржин-колл в крайнем случае. Вот. Те, кто проходит курс по опционам, уже знают, о чем я говорю. Ну, а те, кто не знает, продавайте акции, мы их купим. Я думаю, что вы поняли по мою позицию по тому, что делать с акциями, что делать с модельным портфелем. Я думаю, что надо их не продавать, а покупать, потому что они сейчас на минимумах, а на минимумах надо покупать. А когда надо продавать? А продавать надо, когда как раз индекс страха на минимуме. Вот тогда надо продавать. Вот здесь надо было продавать. Перед падением. Когда все упало, ребята, вы уже опоздали. И вот у меня в чате спрашивает молодой человек, я говорю, он говорит, как это так получается? Почему так получается? Я покупаю акции, они тут же начинают падать. Но, значит, раз они падают, значит, я их фиксирую убытки и думаю, так, значит, надо подождать, пока они начнут расти, и я их куплю. Они начинают расти, значит, он покупает их, они тут же начинают падать. И всегда в противофазе. Только он продает, они начинают расти. Только он покупает, они начинают падать. Он говорит, что делать? Я говорю, а ты не суетись. Ты подожди. Если ты купил, подожди, пока она вырастет. Он говорит, как же так? Она же падает. Я же в убытках. Ну, убытки-то не бесконечные. А вот эта вот суета под клиентом, она как раз и ведет к убыткам. Ну, поверьте моему опыту. Чем чаще вы покупаете, продаете, тем больше у вас убытки. Я надеюсь, что вы поняли, что делать. Если кто не понял, могу сказать, прямо вот сказать точно, абсолютно, дословно. Вот там в описании к данному видео есть ссылка dimitkovyur.com. Надо нажать на нее и записаться на курс либо биржа для чайников, если вы не проходили, либо по опционам, потому что когда все падает, надо спокойно. Что делать? Заниматься образованием. Надо изучать. Если вы в панике, пожалуйста, изучайте. Либо просто, так сказать, как бы поймите, что акции это не ваши. Когда они подрастут, продадите. Когда все будет спокойно, продадите акции. Когда индекс ВИКС снизится в два раза. Продадите акции и уходите в облигации. Там 5%, но надежно. Ну, вот мой вам совет. Еще раз. Ссылочка, кнопочка, биржа для чайников, курс по опционам. И давайте уже не бояться, а смелее нажимайте на кнопочку по опционам. Тем более, что скоро я подниму цену. Я обещал с начала марта, с 1 марта, но я думаю, что я немножечко еще потерплю недельку. Вот. И на одну недельку я продлю льготные цены. Но это не значит, что это будет бесконечно. Поставьте, пожалуйста, лайк. Спасибо за внимание. С вами был Димитков Юрий. До встречи.